На стадионе «Салют» в поселке Мехзавод начался капитальный ремонт. Раньше здесь тренировались детско-юношеские футбольные команды, проходили официальные любительские матчи, а теперь работает техника. Капитальный ремонт футбольного поля подразумевает собой полноценное игровое поле размером 109 на 72 и плюс беговые дорожки. Протяженность беговых дорожек где-то порядка 500 метров. Будут предусмотрены прыжковые ямы и сектора под волейбол и баскетбол. Сейчас на стадионе идет вертикальная планировка. Выравнивают земельный участок. В ближайшие дни начнется монтаж дренажной системы. Газон будет искусственный, сертифицированный FIFA, что позволит футболистам заниматься на поле в любое время года. Было очень много неровностей, и детей тяжело было обучать. Будет намного проще, я думаю, в будущем. Также здесь установят новые трибуны с навесом на 500 мест, систему освещения, ограждения. Благоустройством территории, реконструкцией административно-бытового комплекса займутся в следующем году. Объект был непростой, два раза проходил корректировку проекта. Первый раз подрядчик не нашелся, никто не вышел на торги. Но этот объект у нас в нацпроекте, поэтому надеюсь, что будет все сделано вовремя, точно и, скажем, с хорошим, великолепным качеством. Капремонт стадиона «Салют» проводят в рамках реализации федерального проекта «Спорт. Норма жизни», который входит в нацпроект «Демография», инициированный президентом Владимиром Путиным. Также модернизация и развитие инфраструктуры спорта – одна из составляющих стратегии лидерства региона. В этом году в Самарской области построят в общей сложности 22 универсальные спортивные площадки. Светлана Кудрявцева, «События».